Социально-информационный проект «Ямал. Вторая волна освоения» расширяет географию. Сегодня он стартовал в Тазовском районе, пишет пресс-служба губернатора. Напомним, первым пунктом проведения проекта стали Лабытнанги, далее Надым, Новый Уренгой, Тазовский. 17 февраля проект будет представлен в Таркасале, а 20 и 21 февраля в Губкинском. Во Дворце культуры «Нефтяник» состоится торжественное открытие выставки-презентации, концерт с участием творческих коллективов города и приглашенных артистов. Также пройдут и другие мероприятия. Организаторы проекта «Ямал. Вторая волна освоения» – Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа. 2018 год ознаменовался, вы все знаете, запуском проекта «Ямал-СПГ». То есть ушел первый танкер, газовоз. Значит, в его открытии, в открытии самого «Ямал-СПГ» принял участие президент Российской Федерации. То есть это как бы явилось таким значимым этапом. То есть мы долго к этому шли, мы его достигли. Теперь впереди у нас ожидает будущее. А вот что ожидает нас в будущем, мы хотели показать вот этим проекте. То есть нас ждет еще более грандиозное развитие. Проект «Ямал. Вторая волна освоения» реализуется в рамках года социальной ответственности, объявленного губернатором округа Дмитрием Кобылкиным. Финиширует проект в Сальхарде 11 марта. Помимо этого, организаторы планируют представить проект в Красноярском крае и Ненецком автономном округе.